Приветствую вас. Студия «Капли сота» продолжает транслировать видео на конгрессе, который находится в Миннесоте. Это уже второй конгресс, молодежный конгресс. Но в этом конгрессе у нас есть много разных гостей. Вы уже видели много их. Если вы только что начали слушать, сейчас перерыв на конгрессе. Точнее, уже даже закончился перерыв. Сейчас различные семинары проводятся. И через час уже будет снова продолжаться служение. В это время, чтобы люди, которые в эфире, могли дальше оставлять свои компьютеры включены, даже если вам надо пойти перекусить или что-то сделать, вы можете просто, чтобы вы были настроены, готовы, как только услышите, будет начинаться молитва конгресса, вы можете дальше присоединяться и пребывать таким способом на конгрессе. А этим временем у нас подходят гости. И сейчас перед нами гость, я хочу, чтобы вы сами сказали, как вас зовут и откуда вы. Меня зовут Виталий, я из России, из города Москва. У меня замечательная семья, жена и двое детей, пацаны, которые ждут меня сейчас дома, и я скучаю за ними. Родился и вырос я в Москве, уверовал в детском лагере. У меня семья, моя семья, не знаю, можно назвать ее верующей, неверующей. Уверовали мои родители, когда было мне около 10 лет, это была евангелизационная кампания Билли Грэма. И вот где-то с 10 лет я в церкви, покаялся в христианском лагере, через несколько лет я принял крещение. И сколько себя помню, Бог всегда, Бог вложил в мое сердце желание работать с молодым поколением. Угу. Еще в лагере у меня появилась такая мечта после общения с директором этого лагеря, когда я был еще подростком, служить Богу. Full-time, как говорят в Америке, да, полновременное служение, да. И вот уже с 2006 года я совершаю такое служение в молодежном отделе Российского союза ЕХБ, тружусь в братстве нашем. Братство наше огромное, 2000 церквей и групп у нас, и вот с молодым поколением этих церквей мы как раз и работаем. Хорошо, мы еще больше поговорим об этом служении, но можете сказать, вы приехали на конгресс, вас пригласили на конгресс. Но да. Это есть какая-то причина, наверное. Да, меня пригласил на конгресс, меня и вот со мной еще один брат с нашей церкви, который долгое время тоже совершал служение с нами в молодежном отделе. Пригласил на конгресс Константин Андреевский, он был у нас на конференции молодых служителей этой зимой. Он пригласил молодежь и нас лично для того, чтобы мы приняли участие, чтобы он много взял, что с наших конференций, мы давно его знаем, хорошо дружим и живем даже сейчас у него. И он пригласил посмотреть, в чем-то, может быть, помочь, подсказать. И для нас опыт такой интересный, посмотреть, как здесь проводятся такие мероприятия большие. Потому что вот уже, как я сказал, с 2006 года одна из моих функций – это непосредственно также организация конференций в России для молодежи. Вот буквально прошедшая конференция молодых служителей, у нас было собрано около 1200 молодых людей со всей России, те, кто активно в служении. И вот мы имели такой большой праздник Евангелия и, в Москве. Слава Господу. Вы говорили о конференции, это называется «Обновление», да? У нас, да, была конференция, которая так называлась, «Обновление», тема ее была «Обновление», общее название конференции «Поколение для Христа». И, в принципе, «Поколение для Христа» – это и, можно сказать, девиз нашего служения, потому что мы мечтаем в России, мы мечтаем о духовном пробуждении через молодое поколение христиан, которых Бог использует как инструменты вот, в отделе пробуждения. Вот наша мечта такая, она большая, она максимально. Молодые люди вообще любят такие задачи максимум, не просто там что-то небольшое такое там подмести там, или убрать что-то. Молодые люди, они максималисты по своей природе, и поэтому мы ставим такую задачу максимум. Пробуждение в России. Мы понимаем, что Бог дает пробуждение, мы понимаем, что это работа Духа Святого, но с нашей стороны мы хотим сделать все, что возможно. И я так уже перехожу про рассказ про наше служение. У нас девиз такой, три простых глагола в нашем молодежном служении, которые позволяют понять всю суть.
то, как мы работаем, нашу, можно сказать, методологию служения. Очень просто запомнить. Расти, учись, делись. Расти в познании Бога. Угу. Потому что без этого все остальное не важно. Без этого наше служение, наша жизнь – это все пустое. Поэтому первое, к чему мы вдохновляем молодежь, чему мы учим молодежных лидеров, чтобы они вдохновляли молодежь, чтобы расти духовно, расти в отношениях с Богом, чтобы познавать Бога через Писание, молитву. И это номер один в нашем служении. Можно я сразу вопрос задам? Почему-то сейчас или трудно расти, или люди не хотят расти? Что вы делаете, чтобы их побуждать? Проповедуем Евангелие. Просто проповедовать Евангелие. Проповедуем Евангелие. Это самое основное, что мы можем делать. И, конечно, мы это такой простой ответ, проповедуем Евангелие. Каким способом? Да, мы и проводим конференции. Вот, каждое лето у нас большая молодежная конференция. В этом году мы ожидаем на конференции около 2000 молодых людей в августе. Мы проводим в Воронеже, будем проводить конференцию в Воронеже. У нас такая путешествующая конференция. И эта конференция как раз нацелена вот на это. Она христоцентрична, чтобы люди познавали Бога, Христа, Его Слово. И это один из элементов. Также мы издаем ресурсы, материалы. На нашем столе здесь, на конгрессе, можно найти книги, которые мы издаем. Несколько электронных публикаций у нас есть. Веб-сайт, на котором мы также материалы выкладываем. Можете сказать, вдруг кто-то будет искать веб-сайт? Да, веб-сайт у нас. Наше молодежное движение, служение наше, мы называем его движением «Я молодой», потому что мы хотим охватить этим движением всю верующую молодежь России. И также у нас и сайт называется imolod.ru. Я молодой и imolod.ru. Вау, интересно. Да. Название. Мы, кстати, взяли эту тему из Иеремии. Когда Бог обращается к Иеремии, у Иеремии отговорка: «Я молодой, поэтому я не могу сделать то, что ты мне повелеваешь». И мы ставим себя на Иеремию и говорим, на место Иеремии, и говорим: да, мы молодые, но как Иеремия, ты все-таки молодой, сделал то, что Бог тебе сказал, так и мы можем сделать то, к чему Бог нас призывает. Вот. Это не отговорка, это, наоборот, наше преимущество. Мы молоды, и поэтому мы растем в познании Бога, дальше мы учимся. Иеремия говорит: я молод, поэтому я много не знаю, я не могу сделать это, потому что я не научен, я не подготовлен. И поэтому один из элементов, второй элемент нашего служения – учись, будь подготовлен. Будь подготовлен служить в церкви, будь подготовлен благовествовать. То есть, получай образование, будь то какие-то… Что вы делаете, чтобы люди учились? Опять же, мы снабжаем материалами. У нас есть школа для молодых служителей. Это различные семинары, медиаресурсы и так далее, и так далее, и так далее. Вот, мы также достаточно большой спектр предлагаем вот в этом направлении «учись». Так что есть возможность каждому, кто живет в России, да, это во всей России, да? Да, да. Если у вас есть желание, это должно быть желание, чтобы… Первое. Расти. Расти. Второе. Учиться. Все приготовлено. Вы можете это делать. Братья много усилий уделяют, чтобы это было. И... У нас, кстати, программа молодых служителей есть. Она сейчас функционирует у нас в Москве. Да, на ней учатся не только братья с России. Антон Бабарыкин, который уже участвовал у вас здесь и сегодня проповедовал на конгрессе, он сейчас учится на этой программе. Еще один брат с Филадельфии у нас закончил уже эту программу. Можете рассказать, как эта программа работает? Да, у нас есть программа подготовки молодых служителей, и она работает при Московской семинарии. И мы приглашаем туда служителей, которые трудятся в своих церквях. И программа занимает общей сложностью год. И за этот год
Это сентябрь, февраль, сентябрь. Проходит 3 сессии по 2 недели, в рамках которых мы проходим 3 основные темы. Это философия служения, это пасторское служение на уровне молодежи, да, если мы говорим про молодежь, и также это организация служения, различные элементы служения. То есть мы сначала закладываем фундамент, готовим сердце братьев, и потом уже даем инструменты для совершения эффективного служения в церкви. О, это интересно. Это как для молодежи и для служителей тоже? Да, это для молодежи. И сейчас мы добавили элемент, что мы приглашаем не только молодежных служителей, лидеров молодежи, но также и вообще служителей церкви, потому что есть спрос, программа пользуется успехом. И, в принципе, это единственная, пожалуй, у нас в России программа вот именно такой практической подготовки. Она не богословская, она такая практическая подготовка. Да. Сколько лет она? Она идет один год. То есть, вот основной, следующий набор у нас в сентябре, сентябрь 2 недели, февраль 2 недели и сентябрь 2 недели. То есть, три сессии, вот сентябрь, февраль, сентябрь. Три сессии, они модульные, можно поступить на любой модуль. Можно приехать в сентябре, можно приехать в феврале и просто друг за другом пройти их. Хорошо. Чтобы там записаться, а как это сделать? Зайти на сайт? Да, на наш сайт, там есть информация об этом, есть страничка, баннер на первой странице. Так что все очень просто. Да, небольшую анкетку надо заполнить, и также есть у нас информация здесь на столе, на конгрессе об этом. Можно подойти ко мне, я все расскажу, покажу и еще запишу, если надо. Это сколько стоит? Это стоит, ну, на российские рубли это 5500 за сессию, то есть это где-то $100 за сессию. Это проживание, питание, обучение в течение 2 недель. 2 недели. Две недели. Да, и это по сколько часов в день приблизительно учится? Ну, с утра с 9 до 5. Окей, хорошо, спасибо. Кормят, поют и спать укладывают. Спать, да, найдет время для спать. Хорошо. Ваши ожидания, уже даже прошли впечатления о конгрессе, который вот уже прошел, сколько же, полдня прошел. Какие у вас впечатления? Что вы повезете рассказать своим? Ну, я рад видеть столько много молодых людей, которые приехали сюда, и радуюсь тому, что Бог работает. Я вижу горящие глаза в молодежи, радуюсь, что есть такой большой праздник Евангелия, праздник, когда вся молодежь Америки может встретиться, увидеться. Это и отношения, это и просто это и поддержка старых отношений, новые отношения. И просто для меня всегда такие большие конференции, конгрессы — это праздник. Да, это и есть праздник, если мы правильно это делаем, да? Да. Слава Господу, что Господь нам дает мудрость и смирение, чтобы делать это так, чтобы имя Господне прославилось. Ну, и я, кстати, не закончил. Мы говорили про «расти, учись, делись». Да. Да, третий элемент нашего служения – это «делись». И мы понимаем, что не надо быть таким эгоистом, духовным эгоистом, который все в себя там, он растет в отношениях с Богом, он учится. Но мы говорим: иди, теперь отдай людям то, что Бог тебе дал, те знания, вот то, как ты его познал. Иди и расскажи людям. Служи в церкви, благовествуй. Вот два наших простых, опять же, идеи для того, чтобы молодежь реализовывала свой потенциал для Господа. Хорошо. Я также спрошу, как вы практически благовествуете? Хоть мы знаем, но, может, что-то в этой программе вы что-то нашли, близкий подход в современном мире. То есть иногда надо что-то изменять, какие-то подходы. Ну, я тут могу больше, наверное, за свою церковь рассказать. Хорошо. Я не сказал про свою церковь. Я из Русской Библейской Церкви в Москве. Это мы достаточно молодая церковь, нам 6 лет всего. Вот будет 6 лет в сентябре, мы у нас будем день рождения очередной праздновать. И, ну, я скажу так, у нас есть различные евангелизационные программы, мероприятия, которые мы тоже преподаем на нашей вот программе обучения. Это различные такие, как мы называем, клубы. Мне тут уже объяснили, что в Америке клуб – это такой немного негативный окрас носит. В России это нормально, то есть у нас есть клуб английского языка, у нас есть дискуссионный клуб, у нас есть… Есть группа людей, которые ходят в санатории и занимаются с детьми и их родителями, которые проходят какое-то лечение или реабилитацию после какой-то болезни, операции. И
Но я должен сказать, мы проводили лагеря, но интересно, что, пожалуй, никакое из этих служений не принесло серьезный плод. Mm-hmm. В основном это единицы. Мы продолжаем делать, потому что к этому призывает нас Господь, и это также реализация потенциала, который Бог дает нам, и мы верим, что Бог может сделать. Но самое большое количество людей, которые приходят к нам в церковь и принимают Христа своим спасителем, это люди, которые пришли через личное благовестие. И мы ставим упор на личном благовестии, и в программе тоже ставится упор на личном благовестии, вот в программе обучения. И сегодня это, пожалуй, такой ключевой момент для того, чтобы доносить Евангелие, особенно в таких больших городах, как Москва. И личное благовестие, это то есть как обычно, у вас брошюрки? Нет, это совсем не так. Это когда мы делимся с Евангелием с ближними, когда мы работаем, и мы являемся светом на работе, и солью на работе, когда у нас есть соседи, и мы стараемся благовествовать соседям. То есть, кого Господь Иисус Христос назвал ближним? Да? Это те люди, которые окружают нас. И поэтому вот в этом суть. Мы стараемся донести Евангелие нашим ближним, те, которые рядом с нами. Мы стараемся заботиться о них, молиться о них и свидетельствовать им. И вот за 6 лет уже достаточно много, кстати, очень много братьев приходит именно через личное благовестие. Вот, поэтому мы не против всего остального, различных программ, проектов, евангелизации, мы практикуем это все. Но самое эффективное, что работает вот на примере нашей церкви, это именно когда братья и сестры верующие, они являются светом и солью там, где Бог их поставил, и это вот основной источник роста для нашей церкви. Это так и должно быть, наверное, правда? Да. Сейчас мы уже будем заканчивать эфир. Вы много что рассказали. Это вы рассказали 3 пункта. Расти, учись, делись. Если мы это запомним, это мы запомним много. Потому что нам каждому это необходимо, пока мы еще на этой земле. Но я хочу, чтобы вы дали пожелания вот тех людей, которые нас смотрят с разных стран. Разные, молодые, старшие, пожилые, дети. Такое пожелание, чтобы побудить к чему-то. Ну, я бы хотел пожелать вот эти 3 самых простых слова. Растите в отношениях с Богом, учитесь, потому что знания вам пригодятся, ваши навыки пригодятся в служении, в благовестии. И не будьте эгоистами, делитесь, служите, благовествуйте. Ну и еще дополнительно я хотел бы пожелать вам, я сейчас зачитываюсь 50-м псалмом Давида. И 50-й псалом Давида – это псалом, который говорит нам о покаянии Давида. И хочу пожелать вам, пусть ваша жизнь будет жизнью в покаянии.